Ну и продолжая разговор об очень напряженной международной обстановке, предлагаю на какое-то время отвлечься от новостей субботы и вспомнить сразу о нескольких важных сообщениях недели. Они прилетали на новостные ленты в разные дни и в разное время суток из абсолютно разных точек земного шара. И, возможно, никто не придал бы им такого уж большого значения, если ближе к середине недели все эти заявления, постановления, доклады, информационные утечки не стали как-то сами собой сплетаться в тяжелую цепь, которая словно наотмашь ударила многих этим пугающим ощущением. Мир в нескольких шагах от безумной истерии, которая, чем черт не шутит, и вправду может закончиться войной. Никаких догадок и эмоций, только сухая сводка фактов. Понедельник. Британская Daily Telegraph сообщает, по данным их источников, Англия готовится к масштабному военному конфликту с Россией и ради этого перебрасывает в Иорданию 1500 военных. В этот же день национальная финская телекомпания публикует пресс-релиз. Весной ВВС США впервые проведут совместные с самолетами Финляндии военные учения. Вторник. Шеф американской разведки генерал Клэпер зачитывает перед Сенатом свой доклад, в котором говорится, в данный момент Россия и Китай представляют для Соединенных Штатов, цитата, потенциально самую большую угрозу. Еще одно тревожное заявление доносится из Вашингтона в среду. По словам генсека НАТО, альянс уверенно наращивает свое военное присутствие в Черном море и Восточной Европе. Москва реагирует почти молниеносно. Укрепление НАТО у границ России угрожает стабильности в Европе, предупреждает официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ну а тем временем неожиданно приходит еще одна новость. Североатлантический альянс укрепляет свои позиции не только в Восточной, но и в Северной Европе. Как сообщили газеты из Стокгольма, шведская Минобороны уже начала восстанавливать вот эту военную базу времен Второй мировой на острове Готланд в Балтийском море. Наш репортер Константин Панюшкин попробовал разобраться, что кроется за раздуванием Вашингтоном всей этой военной страшилки. Желание поиграть мускулами и надавить на Россию или все-таки ее спровоцировать на что-то. Ну а еще он сумел проникнуть на ту самую шведскую военную базу, где своими глазами увидел, как именно Запад из-под тишка готовится к новому этапу противостояния. Подполковник Ханс Хакансен, в подчинении у которого последние 10 лет были лишь волонтеры самообороны, сегодня приятно взволнован. В планах передислокация на остров по-настоящему значимых сил. В 2005-м шведские власти забрали с Готланда последних солдат. Не было повода держать на острове армию, которая вроде как уже 200 лет без войны. И вот армия возвращается. Министр обороны Швеции предлагает готовиться к худшему. Швеция может оказаться в состоянии войны в течение нескольких лет. Теперь уже и не выяснишь, кто из политиков первым раскопал в архивах забытую историю трехлетней давности. Март 2013-го. Четыре российских бомбардировщика приблизились, казалось бы, на опасное расстояние к острову Готланд. Тогда шведы не отправили на встречу ни одного перехватчика. Почему-то не испугались. И вот сегодня генсек НАТО с высокой трибуны, а журналисты в заголовках газет пугают обывателей. Русские бомбардировщики отрабатывали учебный ядерный удар по Швеции. Чиновник островной администрации Томас Персон вкратце напоминает историю. Готланд в самом центре на картах всех войн 20 века. А теперь еще и на картах в свежих выпусках шведских многотиражек. Здесь обсуждают сценарии российского нападения на Прибалтику. Колонны бронетехники уходят расстреливать условных врагов среди островных пустошей. А прибрежные воды фонтанируют от взрывов морских мин. Если взглянуть на карту, выходит, что за последние пару лет НАТО постоянно тренировалось у российских границ. Не знаю, чего еще ждать. По-моему, мы уже в состоянии Третьей мировой. Американец Пол Валели – герой Вьетнамской войны, но генеральские погоны он получил во время Холодной. Я не уверен, что история знает случай, когда удавалось уйти от неизбежного. Я бы посоветовал вам готовиться. Вам понадобится много сил. Американские военные аналитики пока дают Москве фору. По их расчетам, в случае конфликта российская армия дойдет до Риги за 60 часов максимум. Вот только зачем это Москве, непонятно. Это вот флаг Латгалии. Флаг Европейского Союза. Латгалия не отдельная часть Европейского Союза. Александр Мирский, рижский политик и бизнесмен, родился в Латгалии, русскоязычном районе Латвии, который граничит с Россией. Именно здесь, по сценарию британского телешоу, начинаются кровопролитные протесты русскоязычных жителей Восточной Европы.
Сам же Александр как будто готовая страшилка для европейских политиков. Говорит по-русски, служил в ВДВ. Вот только сам он ни в какое мифическое ополчение вступать не намерен. Считает себя полноправным гражданином Евросоюза и не понимает, почему из-за таких, как он, кто-то упорно пытается влепить пугающий Запад образ. Я житель Европы, русскоговорящий житель Европы, который все русские ценности оставил у себя в душе. По версии британского шоу, конфликт в Восточной Европе вполне может закончиться ядерной перестрелкой России и США. Сообщается о предположительно ядерном взрыве в Балтийском море. Ни один латвийский политик на сегодняшний день не сказал, что это провокация против единой Латвии. Ни один. Всем это нравится переживать, что это только потому, что агрессором выступает Россия. При таком сценарии учения шведских военных на Готланде пустая растрата боекомплектов. Впрочем, после шумного дня, пропустив пару бокалов, островные аборигены признаются, что НАТО так и не смогло убедить их в том, что враг у ворот. На днях я видел карту американских баз за границей. Их столько, что они слились в одну жирную линию вдоль российской границы. Несложно понять, кто кого должен бояться. Да-да, все так. Более того, шведы хотели бы видеть русских на острове, и чем больше, тем лучше, сколько бы танков не стекалось к границам. Летом остров собирается встречать паромы с туристами из России, которые только-только открывают для себя Готланд. Константин Панюшкин, Ольга Яковлева, Владислав Кулачихин, Центральное телевидение.